На сегодняшний день в Анапе и Анапском районе 42 детских сада посещает 8933 ребенка. В этом году путевки получили 4503 человека. Около 1000 малышей пошли в группы кратковременного пребывания. Сегодня на комиссии приняли решение по заявлениям еще 83 человек. Удовлетворить абсолютно все обращения пока не представляется возможным. На сегодняшний день в очереди стоит 1488 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это не считая малышей до 3 лет. Проблема нехватки мест в детских садах острая по всей стране. В Анапе она обусловлена в том числе высокой миграцией и увеличением рождаемости. Однако ситуацию намерены менять. Наша боль – это, конечно, нехватка детских садов. У нас есть определенная перспектива 2018 года. Но для того, чтобы все это эффективно было сделано, нужна очень хорошая, слаженная и качественная подготовительная работа. То есть наша комиссия по комплектованию – это только верхушка того айсберга, который мы с вами все вместе делаем. Это наша ежедневная работа. К тому же сейчас мы должны провести работу по зачислению детишек помладше. Об этом говорит наш президент. И здесь тоже у нас очень большой пласт работы. С 2013 года в Анапе дополнительно введено более 2000 мест. Продолжается строительство детского сада в Алексеевке на 160 мест. Еще 80 даст Орленок после реконструкции. Также планируется строительство еще как минимум 2 детских садов в третьем микрорайоне по адресу Ленина 191А на 280 мест и на 140 в хуторе Воскресенский. Еще одна альтернатива – частные детские сады. Екатерина Боровская считает, их деятельность должна быть прозрачна, а контроль за качеством услуг таким же пристальным, как и в муниципальных садах. По организации работы частных дошкольных учреждений пройдет отдельное совещание, на которое пригласят руководители детских садов и представители профильных структур.